Спустя очень длительное время мы все еще находимся в музее стрит-арта в Санкт-Петербурге, где сейчас проходит большой фестиваль комиксов, ностальгии и всего такого. На большом фестивале, конечно, все хорошо, кроме камней. Камни. Здесь повсюду камни. Здесь повсюду камни. И песик. Здесь очень много камней. По ним неудобно ходить. Скажи, пожалуйста, что с тобой стало? Почему ты такой? Это все из аллергии. На что? На бананы. Я тебя сочувствую. Возможно, ты этого не хочешь, но этого хочу я. На большом фестивале также собралось великое множество художников и комиксистов. Например, здесь есть Кевин Исман, который где-то там, который нарисовал, кстати, черепашек-ниндзя. А здесь обычные ребята, которые только встают на путь. И покажи, пожалуйста, что ты... У тебя большое будущее. Мне расписаться здесь? Я не хочу портить этот шедевр, конечно, но... Теперь это стало дороже примерно на 0 рублей. Мы сейчас ходим в самый ламповый стенд на этом мероприятии, в стенд Undertale. Пойдем. Помнишь то великое время, когда ты пригласил меня на свидание? И то, что было потом? Вот, почему ты бросила меня? Это была ошибка. Вот так ты называешь наши отношения, это была ошибка. Все понятно, мне здесь все не рады. До свидания. Это была ошибкой, твоя жизнь была ошибкой. Ответь мне на главный вопрос, зачем ты обмазался мукой? Это не мука. А что это, кокаин? Где ты его достал? Где кокаин? Что ты здесь делаешь? Тэмми! Как тебя зовут? Тэмми! Ты больная? Хой! Эта псина больная, нам нужно идти отсюда. Домогайте до Томми, до Тэмми. Вполне возможно. Это законно. Нет. А, нет, подождите, тогда я убью. Я хотел немного перекусить и решил посмотреть, что здесь продается, и в итоге у меня вот это. Она немного странная, скажем так. Мне есть что-то особенное, но на людях я есть это не хочу, честно говоря. Я тут приобрел вот эту милую штуку, и мы ее разыграем. Все, что вам нужно для того, чтобы принять участие, это быть подписанным на канал, поставить лайк под этим роликом и сделать репост из моей группы ВКонтакте. Ссылка будет в описании. И ровно через неделю я вышлю ее одному из тех людей, которые сделают репост. Все, у вас будет частичка Бигфеста, это круто. Короче, смотри, ты на видео прям пиздец жирная, вживую такой вполне ничего, то есть намного лучше, а на видео прям совсем плохо.
вот и все, видео, как и фестиваль подошел к концу, мы разгоряченные после The Hatters. Уходим домой, надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, не забывайте про колокольчик, про подписку и про конкурс. Всем пока!